около снегопада. Давно не помнят здесь. Что, мои хорошие ребята? Что творится, вообще не представляю. Собаки скоро будут через верх шагать сюда. Вот такого хаоса, ребята. Ну что это такое, а? Там убрали, там счистили, здесь еще не успели. Ребята, не хватает рук, а снег все метет и метет. Как его отсюда вывозить, мы не знаем. Срочно нужна помощь. Так, ребята, завал полный. Двери приходится отколачивать, чтобы зайти. Сломалась одна дверь. Сейчас будем делать ее. Вообще сломалась. Что мои золотые? Ребята, все надо чистить. Сломались две двери. Маленькие мои. Да ты мой красивый. Ребята, снега. Девчонки молодцы, здесь прочистили все. Так, все, по кругу. Следующий сразу. Сразу следующий, ребята. Следующий, потому что, ребята, не дай бог, сейчас пойдут. Высота метр, все. Ужас. Ага. Так, ребята. Ох. Боже мой. Просто ужас. Тихо. Ребята у нас помогают. И сюда мы еще даже не пробились. Пытаемся здесь. Вывозим тележками, что можем. Ребята, нам очень-очень нужен снегоход. Не снегоход, а... Господи, как он называется правильно? А ведь нам надо пробиться вон туда, чтобы почистить и дать корм тем с вольером. Представляете? Это ужас. Это просто ужас. Девчонки, молодцы, спасибо. Выгребайте, что можно, туда. Да, лучше туда. Блин. Так. Отлично. Туда, все туда. Это все равно придется туда потихонечку. Что, мои красивые, мамины? Все, спасибо, как зовут? Меня зовут Настя. Настя, ребят, пойдем знакомиться. Пойдем. Хотела, чтобы у меня собачка была. Сейчас. Девчонки, как зовут? Лера. Лиля. Лиля? Лера. Лера? Отлично, мальчика второй. Никита. Никита, мальчики, огромное спасибо вам. Все, ребят, так здорово, что вы приехали. Честное слово, вы видите, что творится. Дай вам Бог здоровья вашим родителям. Ну, просто от всего сердца, родные. Спасибо, будете еще приезжать? Конечно. Обязательно, ребят, пожалуйста, ладно? Спасибо, начинаем дружить.
Все, спасибо, пошла дальше. Ребят, спасибо, гляньте, сколько вы уже сделали. Анатолий Николаевич, правила движения не знаете, ребята? Ой, ребята, дай бог здоровья. Так, председатель общественной палаты у нас в гостях, Анатолий Николаевич. Отлично, ребят, сейчас трактор подъедет, будет выгребать все. Наташ, спасибо, что организовала, просто от всего сердца. Наташ, спасибо, мой хороший. Становитесь, ребят. Не, мы давайте. Мы встаем, а я... Я всех хочу, ребят. Ребята, все помощнички, пожалуйста. Анатолий, с вами отдельно сейчас будет разговор. Так, да, мои хорошие мальчики, все-все в кучку, пожалуйста. Все мои хорошие, Господи, дай вам Бог здоровья, вам, вашим семьям. Всем привет! Сегодня мы приехали в наш приют «Лохматая душа», чтобы помочь очистить от этого стихийного бедствия. Собрались все, свои герои, Чеховский клуб волонтеров, общественная палата. Своим примером для нашей молодежи мы хотели показать, что мы едины, если мы вместе. Взять лопаты, приехать, найти полчаса и получить удовольствие от хорошей компании и помочь нашим малым друзьям. Мы вместе расчистим этот снег. И решимся. А если вы хотите помочь приюту «Лохматая душа», не пожалейте свои полчаса времени и проведите его с пользой для дела. Ура! Ну что, смотрите, какую огромную кучу мы разгребли, ребят. Там, правда, ау, но хотя бы здесь сейчас. Тракторист просто молодец. Боже мой, ребята, приезжайте на горках кататься. Шикарнейшие горки. Приезжайте. Это нечто. Я такого за свою жизнь не видела. Только в кино видела, а чтобы вот так воочию. Первый раз, ребят. Это нечто. А еще, ребята, у нас... А тракторист у нас просто потрясающий. Даже не ожидала. Какой же он умница. Как же он все это красиво, четко и красиво делает. Просто удивительно. Такие горы сгрести, все это вывести, это нечто. Симон, доброго здоровья! Спасибо! Это нечто. Все, Валюш, пока, поехали мы. Спасибо, Наташ, доброго здоровья. Володя, спасибо! Ну все, вот и разъезжаемся. Это нечто.